Властям Тверской области удалось сократить сроки реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Таким образом, уже до 2023 года владельцы квартир смогут переехать из таких домов в новые. Об этом было заявлено на заседании регионального правительства, прошедшего в среду. Действующая адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилья была запущена в 2019 году. Ее ключевая задача – обеспечение благоустроенными квартирами жителей региона. Изначально она была рассчитана до 2026 года включительно. Однако правительству Тверской области удалось повысить темпы ее реализации. И теперь последний срок – 31 декабря 2024. Причем это хорошая новость не только для будущих новоселов. Это тоже является одной из мер поддержки бизнеса, строительного бизнеса. Это достаточно большой объем работы. Это порядка 32 тысяч квадратных метров. 32 тысячи квадратных метров – это та площадь, которую получится расселить на 2 года раньше срока. В общей сложности это 363 дома в Вышневолоцком и Нелидовском городских округах, Лихославльском, Молоковском, Пеновском, Ромешковском и Селижарском муниципальных округах, а также Бельском, Калязинском, Калининском, Максатихинском и Санковском районах. Губернатор особо отметил, что ускоренное выполнение программы позволит заметно сэкономить траты из бюджета. Тренд по стоимости жилья идет вверх, поэтому чем быстрее будут построены и реализованы квадратные метры, тем, собственно, более устойчиво будут себя чувствовать не экономика, а и строительные компании, которые, вкладывая ресурсы, будут понимать, что инфляция и удорожание не обнулит эффективность работы предприятий. Всего в рамках адресной программы в Тверской области планируется расселить жителей домов общей площадью почти 88,5 тысяч квадратных метров. Напомним, что речь идет о зданиях, признанных аварийными до 1 января 2017 года и в которых проживает более 5 тысяч человек. На данный момент в 2019-2020 годах в благоустроенное жилье переехали наши земляки из Твери, Ржева, Торжка, Вышневолоцкого и Осташковского городских округов, а также Конаковского, Торопьевского, Зубцовского и Бельского районов.